Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop – это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Продолжаем нашу серию обучалок для новичков. Я покажу сегодня упражнения на ноги, их будет 4. Самые такие топовые базовые упражнения – поехали. Заниматься мы будем с гантелями, если вы еще не поняли. И первые два упражнения – это приседания. Они будут два разных вида. Это узкие приседания и широкие приседания. Показываю, как их делать. Сначала будем делать узкие приседания. Для узких приседаний у нас ноги должны быть примерно вот так, на таком расстоянии. Гантели берем в руки просто и делаем. То есть, смотрите, когда мы делаем усилия, опять же делаем выдох, как я во всех роликах говорю. То есть, вниз мы идем. Мы делаем вдох, когда вверх, выдох, вниз, вдох. Самое важное тут держать спину прямо всегда, то есть вы не должны ее сгибать вниз, она всегда прямо и только работаете ногами, а таз у вас уходит назад, смотрите, как это выглядит сбоку. То есть, как я и стою, так я и стоял. У меня спина всегда прямо. Следующее упражнение, как я и сказал, с широкой постановкой. Должна быть постановка шире плеч. То есть, не вот так, не на уровне плеч, а где-то пошире. Также держим гантели в руках и приседаем, опять же, не забываем дыхание. Вдох, выдох. Теперь в чем же заключается разница? Когда мы приседаем узкой постановкой ног, то у нас больше напрягается вот эта внешняя сторона бедра, то есть вот здесь и вообще вся внешняя сторона. Когда мы приседаем широкой постановкой, то у нас больше напрягается внутренняя часть. Поэтому нужно делать и то, и то. Итак, следующее упражнение, друзья, одно из самых наилучших базовых упражнений – это выпады с гантелями. Делаются они так. Смотрите, в чем заключается прикол. Когда мы идем вниз, мы делаем вдох, то есть, когда вверх – выдох. Всегда при усилии делаем выдох. Получается это вот так. Смотрите, эта нога идет у нас вот так, то есть 90 градусов. Вторая нога тоже под 90 градусов сгибается. Вот здесь в угле, то есть у нас получается как свастика практически, то есть вот тут и вот тут у нас по 90 градусов. И потом меняем, естественно, поочередно ноги. Мы сейчас будем делать туда-обратно, сейчас посмотрим. Четвертое упражнение у нас будет добивание, мы будем просто добивать после тех трех упражнений. Это упражнение называется запрыгивание на поверхность, делается оно так. Что мы делаем? Мы приседаем внизу и потом выпрыгиваем с инерции, да? Наверх. Потом опять вниз, приседаем и наверх, и так далее. Когда мы прыгаем, мы должны делать выдох. То есть смотрите, как это происходит. Внизу вдох, когда садимся. Всегда должна быть правильная техника. И показываем бонусное упражнение именно для девушек. Как накачать ягодицы в исполнении Вики. Погнали. Смотрите, у Вики еще эти штуки, насадки на ногах, короче. Насадки. Утяжелителя. Давай. Во, вот так это делается. Опять свастика какая-то почти получается. Верхняя нога 90 градусов, нижняя тоже 90 градусов, колени согнуто. И делаем вот таким вот образом. Ну а так все, спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, потому что он напоминать будет вам, когда выходит видео. Поставьте лайк видео за то, что она вот эту штуку показала. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока!